Друзья шоу «Веры», Иисус Христос – единственный путь к Богу, говорит Слово Божье. Многие ищут того, кто направит их в жизни. Возможно, вы искали в разных источниках, ходили к колдунам, вызывали духов, чтобы они помогли вам. Но какой же вы получите результат в будущем? Библия говорит, что Иисус – единственный путь к Богу, если это так, то нет другого. Поэтому вам не нужно искать людей или организации. Это оскорбление для Бога, когда человек говорит, что ищет Бога, а сам идет за помощью к человеку, потому что он разделяет славу Бога с другим, как будто Богу нужны люди или помощники, чтобы помочь ему, как будто он запутался. Господь Бог сказал, что небо и земля полностью в его руках, и он знает каждый волосок на голове каждого человека. Представьте возможности Бога, Он понимает чувства каждого человека, знает, я знаю, что нужно этому человеку. Итак, ваш ответ находится в Господе Боге, в Его Слове. И сегодня в этом Слове, в этой проповеди, доктор Суарес объяснит в Писании, как мы должны себя вести, когда мы с вами противостоим этим вещам. Возможно, кому-то не нравится то, что я говорю, но это то, что говорит Слово Божье, что Господь Бог предлагает вам. Бог не выделяет эту или ту религию, вообще Бог не привел нас сюда, чтобы говорить что-то о ней. Мы здесь, чтобы говорить о любви Христа. Эта любовь хочет коснуться вас, хочет коснуться вашей семьи. Внимательно следите за тем, что Бог будет говорить вам. Он скажет вам в сердце, и вы все четко поймете, то, о чем Он говорит. Вы будете победителем в жизни, будете успешным, и тот, кто начал благое дело, закончит его во имя Господа. Итак, давайте начнем смотреть шоу «Веры» и внимать Слову Божьему. Мы уже начинаем, и немного позже я вернусь назад в студию после молитвы во имя Иисуса Христа. И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Друзья со всего света, приготовьтесь. Сегодня у нас здесь будет благое служение. Бог будет благословлять могущественным образом. Я передам вам одно слово о правде Божией, которая вам поможет. Я начал на предыдущем служении. Вы усвоите много хорошего, так как мы с вами исполнители правды Божией. Сначала я сделаю короткое вступление. Когда вы молитесь об исцелении, когда вы посылаете зло прочь, когда вы делаете что-то для Бога, вы исполняете Его правду. Вы делаете то, что и должны. Если вы не делаете этого, Бог не может ничего сделать в вашей жизни. Когда вы только просите: «Бог, исцели меня, помоги мне, помоги мне, помоги мне», вы находитесь вне слова, так как Святая Библия гласит, что Он уже возложил наши болезни на Господа Иисуса, и Он понес их. Так что сегодня день, чтобы победить болезнь, послать зло прочь, запретить, потребовать: уходи во имя Иисуса, я не принимаю, я получу свое благословение. Когда вы сделаете это, вы дадите возможность силе Бога действовать в вашей жизни. Если мы понаблюдаем за Иисусом, когда к Нему приходили больные, Он не останавливался, чтобы сказать: давайте помолимся, о, дорогой отец, приди исцелять. Нет, Иисус посылал зло прочь. Библия гласит в Луке 4:40. «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». Итак, был день поисков. Человек пришел домой. Где находится Яков? Где находится Исав? Прикажите найти. Иаков не может прийти, Исав не может подойти. У него есть проблемы. Тогда давайте его искать. И проводили их всех к Иисусу. И что же Иисус сделал? Возлагал руки и исцелял. Требовал, чтобы болезнь уходила, посылал зло прочь. Он исполнял правду Божию. Сегодня наш черед, так как сегодня мы исполняем волю Господа. Если мы не сделаем, она не будет исполнена. Если сделаем, она будет исполнена во имя Иисуса. Он возлагал руки на каждого из них, но сначала из тех приводили. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему. То есть, если в семье были: «Пойдем, мама, ваша астма пройдет. Пойдем туда, возьмем нашего внука, он избавится от своей проблемы». И что делал Иисус? И Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили
также и бесы из многих. Есть люди, которые иногда угнетены духом немощи, духом страдания, и иногда это действительно демон. И когда Иисус возлагал руки и посылал прочь, из многих выходили бесы с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А Он запрещал им, давал им нагоняй, сказывать, что они знают, что Он Христос. В те времена Иисус еще не мог называться Христом. Ему еще нужно было пройти через процесс страданий, когда Он заменил нас, чтобы сегодня мы с вами могли быть полностью исцелены. Итак, давайте сегодня подражать Иисусу. В час молитвы давайте требовать выхода зла, и рука Бога сможет творить во имя Господа Иисуса. Аминь. Откройте теперь вашу Библию, пожалуйста, на послании к римлянам, глава 3, стих 21. Здесь мы видим указание Святого Духа, о котором я начал говорить на предыдущем служении, и я сейчас хочу рассказать вам еще немного. 3, 21 и 22. Говорится следующее: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». О чем Бог говорит здесь? Правда Божия – это божественное творение, которому мы позволяем свершиться, когда запрещаем любое зло, которое нас атакует, атакует наше здоровье, нашу мораль, нашу семью, что угодно, принадлежащее нам. Правда Божия вступает в действие, так как еще в начале Библии, в Бытии 12, Господь Бог сказал Аврааму: «Я буду другом твоих друзей и недругом твоих недругов». Галатам 3:14 сказано, что благословение Авраама перешло к нам. Знаете, тот, кто атакует наше здоровье, это не наш друг, это наш неприятель. И в час, когда мы поднимаемся и запрещаем во имя Иисуса, мы приводим это помазание, эту правду Божию, эту способность Бога в действие в нашу пользу. Но тогда, доктор Суарес, я могу потребовать правды тогда, когда захочу? Не совсем так. Да чего угодно, не совсем так. Мы с вами не господа, мы с вами слуги. Кто должен дать нам направление, это наш Отец. Давайте, чтобы увидеть это, откроем Иакова, глава 1, стих 20. В Иакове 1:20 сказано: «Ибо гнев человека не творит правды Божией». Никогда я был разгневан, предположим, что кто-то мне сделал зло. Я оборачиваюсь и говорю ему: «Так, да будь ты проклят». Я полностью открываю дорогу для дьявола, но не для того, чтобы сила Бога творила в вашей жизни. И вы можете разрушить в тот же час это проклятие. Гнев человека, например, он разгневался и сказал, он не творит правду Божию. Но если Святой Дух через Слово сказал вашему сердцу, ваш дух проник некий святой порыв, вы не будете никого проклинать. Мы для того, чтобы благословлять. Проклинает тот, кто не от Бога. Даже если человек сделал нам зло, мы должны сделать, как Иисус: прости им, ибо не ведают, что творят. Как Стефан, первый христианский мученик: «Господи, не вмени им греха сего». Демон уже действует в человеке, а вы ему помогаете. Нет-нет. Святой Дух снизойди на нас, придет любовь, и она восстанет внутри нас против зла, которое происходит. И в такой час мы используем силу Бога, в такой час мы разрушаем силу лукавого, изгоняем, посылаем прочь, и сила Бога вступает в действие и творит чудеса. Позвольте Святому Духу направлять вас. Привыкните искать Бога. Когда вы поймете слово и придет некая угроза, вот тогда вы можете гневаться, вы можете утверждать, вы можете и должны творить правду Божию. Она не совершается
по желанию человека, но по духу Бога. Вы чувствуете, настал этот момент. Сейчас я отправлю это зло прочь. И когда вы отправите, брат мой уйдет во имя Иисуса. Тогда оно уйдет. Когда у нас дома родился первый сын, мы почти потеряли ребенка. У ребенка была жуткая аллергия на молоко, но мы не знали об этом. 15 дней не прекращалось расстройство. И он ползал на спине, так как он корчился от боли и кричал. И врач выписывал лекарство, другой рекомендовал заменить молоко, заменяли, но это не помогало. Я уже опасался, что мы его потеряем. Потом один врач сказал следующее: давайте ему молоко с сои. И все. Через 3 дня его кожа очистилась, больше ничего не было. Короче, тогда он сказал мне: я скажу вам одну вещь. У вашего сына сильная аллергия. Он будет расти. Не давайте ему молока даже на праздники дня рождения. Не позволяйте ему пробовать никакие сладости, иначе все повторится. И я тогда молился Богу, искал Бога и наблюдал. С соевым молоком у него больше не было проблем. Он рос нормально. Когда ему было 1,5 года, однажды молился в присутствии Бога, я почувствовал некое помазание. Я сказал: Бог, теперь это зло выйдет из моего сына, и послал прочь. Закончив молитву, пришел домой, сказал жене и всем остальным: теперь можете давать мальчику любое молоко, у него ничего нет. Что случилось? Я уже говорил с Иисусом, все правильно, и больше не было проблем. То есть вы должны ждать этого толчка от Бога. Потому-то хорошо приходить в церковь, хорошо быть в единстве с Богом, читать Библию. И в час, когда он сподвигнет, брат мой, в этот момент не воинством и не силою, а духом Бога. Вам не нужно кричать, как безумным, вам не нужно стучать по столу, как будто вы боец карате, который разбивает его рукой. Вы просто-напросто скажите: во имя Иисуса, сейчас, дело сделано. И дело сделано во имя Иисуса. Правда Божия доступна всем и каждому, но помните, что Он – это Господь, а вы – слуга. Он даст вам советы и у вас на работе. Возможно, там есть некто недобрый, кто вас провоцирует, партнер, который вас обманывает. Придет момент, вы скажете: Бог, я сейчас разрешу эти проблемы. Есть сосед, который вам нешуточно надоел. Вы молитесь, посылаете прочь зло. Зло в нем. И порой он сам уходит. Обратимся к Псалму 5, стих 8. Здесь есть еще о правде Божией. Вот здесь, друзья, псалмопевец Давид сказал следующее. Смотрите, какая важная вещь. «Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих». Только это. «Не идите к правде Божией сами по себе. Дьявол знает возможности, которые есть в ваших руках». Когда вы исполняете правду Божию, и он ваш враг, это он вызывает проблемы в вашей жизни. И если в подобный момент вы без Бога пользуетесь этой властью, он может вас сломать, склонить, и вы сделаете именно то, что он хочет. Давид сказал: «Господи, путеводи меня в правде Твоей, ни воинством, ни силою это необходимо». Не утверждайте, не гневайтесь, не принимайте решения, если Бог вас не направляет. Ты понимаешь? Я открываю сердце, чтобы объяснить тебе. У вас проблема в семье. Иногда серьезная проблема. Проблема во взаимоотношениях с партнером. Все что угодно. Если вы будете исполнять правду без указаний Бога, мановение ока, в тысячные доли секунды враги или их предводители смогут вас сломить, и вы проиграете. Итак, это все очень серьезно. Давид понял это и сказал: «Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих». В такой час следует просьба матери, жены, мужа, сына. Проявляется человеческая натура, и демон вас слегка искривляет, и вы делаете то, чего не должны были сделать. Мы можем быть руководимы лишь Духом Бога. Те, кто путеводимы Духом Бога, только те чада Бога.
Теперь, чтобы расширить эту тему, Псалом 31:1. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня». Если вы уповаете на Бога, но действуете любым другим способом, избавление не придет по правде Бога, вы можете запутаться. Как запутаться? В вере. Я не нуждаюсь в Боге, есть другие способы, чтобы разрешить мои вопросы, мне вас очень жалко. Даже если вы делаете все, что можете, врач делает все, что может, что вам нужно делать? На Тебя, Господи, уповаю. Я действую так, как Иисус сказал. Нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Я болен, я нуждаюсь. Да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Бог может избавить вас, прежде чем лекарство произведет эффект. Он может использовать врача. Но важно то, что Бог вас избавит, что вы будете освобождены правдой Божией. И именно тогда вы не постыдитесь. Можно разбираться. Но доктор Суарес, в чем эта правда Божия? Что такое правда Божия? 2 Коринфянам 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, Господь Бог Отец, Он сделал для нас жертву за грех, сделал Иисуса жертвой за нас». Зачем? Чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Брат мой, мы с вами правда Божия. На руках Бога наши уста будут источать власть, будут источать силу, будут источать утверждение. Мы поменяем наше поведение и разрушим ситуации. Бог хочет, чтобы это произошло с вами. Переходим к истории из реальной жизни. Уже с молодости я представляла себя матерью. Врачи говорили, что со мной все было нормально, ничего не предвещало проблем. Но все началось, когда врач попросила моего мужа сдать анализы. И тогда мы узнали о его проблеме, что он, по-видимому, не мог иметь детей. У меня было констатировано варикоцели, которые диагностировали с помощью ультразвукового исследования. В тот момент ему сделали операцию. Но врачи сказали, что даже делая эту операцию, нет 100% гарантии, что он сможет стать отцом. И он сказал, я прооперируюсь. Ему сделали операцию, но никакого результата не было. Мы пытались еще 1.5 года, но у нас не получалось завести ребенка. И тогда он начал ходить в церковь. Только он, я еще нет, я еще не ходила. Потом, через некоторое время, он стал звать меня, приглашать пойти с ним в церковь, и я начала. Но у меня не было особого желания. Я начала молиться Богу за моего ребенка. И однажды, в день, когда проповедовал пастор Эдисон в церкви, он рассказал историю Абрама. И тогда Бог заговорил со мной. Было мало людей в церкви. Он проповедовал и смотрел на меня, прямо на меня. И тогда я принял это благословение. И тогда я сказал, что ж, если Бог послал ребенка Аврааму после 90 лет, я верю, что до этого возраста он и мне пошлет ребенка. Ракел почувствовала сердцем желание и пошла в Международную Церковь Благодати Божьей. Когда мы пришли туда, пастор Жулианна рассказывала историю Анны. И тогда я забыла в тот момент, я забыла обо всем, я не замечала никого в церкви, была только я и Святой Дух там внутри. Она проповедовала о первой книге царств, и я почувствовала, что Господь говорит со мной. И я уже чувствовала, как что-то менялось внутри меня. Тогда Господь уже начал, Он начал творить свое дело. Когда я вышла оттуда, когда я вышла из церкви, я сказала своей сестре, я чувствую себя беременной. Я верю, что я уже беременна. Через 2 недели я начала чувствовать тошноту. Рядом с моим домом была аптека.
и я решила сделать тест на беременность. Начала кричать прямо внутри аптеки и благодарить Бога. Я очень сильно благодарила Господа за моего ребенка. Когда я пришла домой, я сказала все моему мужу. Я прославляла Господа Бога. Я благодарила его за моего ребенка. И затем мой врач сказал мне, что у нас будет мальчик. Тогда мой муж... Он тоже был рядом, и он закричал: «Я же сказал, что будет мальчик!» И потом, когда мы вышли из больницы, он сказал мне: «Ракел, его будут звать Самуил. Его имя будет Самуил». Мы не были женаты, но теперь мы поженились, и мы покрестились, все согласно воле Божьей. В честь и славу Господа Иисуса, это благословение пришло в нашу жизнь, чтобы прославлять имя Господа Иисуса. Слава Иисусу Христу! Я благодарю Его каждый день за моего сына. Это настоящее благословение. Спустя 11 лет попыток забеременеть. 11 лет страданий, и теперь мы нашли истинный путь Иисуса. Мы были благословлены, и мы получили нашего сына. Аллилуйя! Слава Богу! Теперь переходим к первому вопросу. Доктор Суарес, хотелось бы понять, почему так трудно убедить людей принять Иисуса как своего единственного Спасителя? У людей как будто шоры на глазах, закрывающие их понимание. Все очень непросто. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Так что необходимо, чтобы человек слушал Слово Бога и чувствовал сердце. Когда он верит, тогда падают не только шоры, но, возможно, даже цепи рвутся, которые сковывали. Человек хочет, а они не пускают. Это работа, которую мы делаем в партнерстве с Богом, неся Слово, чтобы Бог сотворил чудо во имя Иисуса. Теперь давайте откроем сердце. Доктор Суарес, я замужем и являюсь матерью 5 детей. Я переживаю очень серьезную проблему в своей семье. Недавно я узнала, что мой муж принимает наркотики, и все деньги, которые он зарабатывает, он тратит на свою зависимость, и постепенно он убивает себя. Ему больше не важна семья. Он даже не покупает продукты. Мое страдание очень велико. Я вижу, как моя семья разрушается. Я молюсь Богу, чтобы Он освободил моего мужа от этого зла, так как из-за его образа жизни я ожидаю худшего. Пожалуйста, доктор Суарес, помолитесь за меня. Сестра моя, продолжайте молиться, не прекращайте, но одна молитва не даст эффект. Нужно слушать Слово Бога, что намного важнее, то, что я говорил здесь сегодня. Сейчас, когда вы почувствуете помазань, вы... Правда Божия во Христе. Правда принадлежит всем и каждому. Она над вашей жизнью. Вы почувствовали в этот час, поднимитесь, где бы вы ни были, обратитесь к тому демону, что пытается покончить с ним. Мужчина, отец 5 детей, впал в детство и погибает поэтому. Свяжите этого демона и призывайте имя Иисуса. Подойди сюда во имя Иисуса. Я тебя свяжу, и вы авторитетны, без единого сомнения, со 100% уверенностью. Я изгоняю тебя и своего мужа, так как вы двое, единая плоть. Один из вас дополняет другого. Прикажите выйти, и вы увидите, какие изменения Бог сотворит. Наш Бог ожидает этого момента. Ему не терпится вступить в действие. Теперь давайте все поднимемся, чтобы нам помолиться. Склоните голову, закройте глаза. Отец, я предстаю перед Тобой после этого столь важного послания, в котором мы усвоили, что Твоя правда для всех. Нет ни одного Бога, кому кто-то может сказать: это не для Тебя. И еще лучше, Отец, что она на нас, она над этим мужчиной, над этой женщиной, над сыном или дочерью, над каждым человеком, который боится Господа, который уважает Господа, который ищет Тебя в этот момент. О, дорогой Отец, наполни сейчас эту душу силой. Мы знаем, как молился Давид, что Господь должен нас путеводить, о Бог, правдой Твоей избавь нас. Врагов наших, о Бог, мы не хотим постыдиться, также не хотим быть повержены.
Мы хотим, о Бог, исполнять Твою волю, и я объединяю свою душу с душой этого человека. Теперь, брат мой, это зло должно уйти из вашей жизни. Я сейчас запрещаю эту болезнь, я запрещаю это недомогание, я запрещаю этому демону, который расположился в вашей матке, моя сестра, в ваших яичниках, который расположился, брат мой, там, где не позволяет вам стать отцом. Я говорю сейчас зло. Убирайся во имя Иисуса Христа, забирай свою боль в ноге, в колене, в стопе, забери теперь свою боль в руке. Где бы она ни была, я посылаю прочь. Избавьтесь теперь, брат мой. Это приказ, который вы отдадите, чтобы оно ушло сейчас во имя Иисуса. Все зло, выйди, уходи прочь во имя Иисуса. Итак, мы вернулись назад в студию, и после молитвы веры вы видели, что Господь Бог чудесно, сверхъестественно, но ощутимо коснулся жизни этого человека. Так и происходит. У человека проблемы с артикуляцией, у человека болит голова. Есть серьезная проблема со спиной, есть люди, давно больные артритом, и у врачей нет решения этих проблем, они могут облегчить. Но Бог не просто дает облегчение, Он приносит нам полное освобождение. Примите благословение, где бы вы ни были, у себя дома, в гостях или на работе. Начинайте изменяться во имя Иисуса, и знайте, Бог начал благое дело, и Он верен, чтобы закончить его. Возможно, я говорю с людьми, которые плохо понимают слово, они говорят: «Я очень хочу изучить слово, вы можете мне помочь? Мы в вашем распоряжении». Во-первых, через интернет у вас есть постоянный доступ на нашу страницу ongrace.com. Вы можете зайти, там вы увидите полностью все наше содержание. А также вы всегда можете зайти на наш Facebook, вы можете написать сообщение, молитвенную нужду. Мы к вашим услугам во имя Иисуса. Кроме этого, вы можете связаться с нами по телефону. Этот телефон всегда к вашим услугам, а также по вашему имейлу. Вы можете отправить свое сообщение. Мы соблюдаем политику конфиденциальности. Никто не скажет ваше номер по телевизору. Не переживайте. Мы следим за этим и никогда не распространяем никакие личные данные. Хорошо? Друзья, пусть Бог благословит вас, даст вам мир и принесет вам счастье. Он всегда с вами. Во имя Иисуса. До скорого.